Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Скрепя сердце, пару недель назад я сделал обзор Zepeto. Думал, что ниже я уже не паду, но редакции так понравилось, все так смеялись, что попросили меня сделать еще и обзор масок для Instagram. Мотивируя это тем, что это может иметь крайне положительный эффект для некоммерческих организаций. Например, можно запустить какую-то серию историй от лица вот такого забавного персонажа, типа с юмором, а серьезным. Ну не знаю. В принципе, 8-летние блогеры, у которых 10 миллионов подписчиков, самим фактом своего существования намекают, что я очень многого еще не знаю. Оставим в стороне рефлексию, приступим к делу. Запускаем камеру, либо значок камеры, либо пальцем слева направо. И нажимаем вот на эту кнопку. Если кнопки вдруг нет, обновите приложение до последней версии. Ну и дальше все просто. Выбираете иконку со стилизованным изображением, любуетесь на себя в новом амплуа. Удивительно, как дополненная реальность с использованием обученной нейросети трансформируется в такое существо. Точнее, как все накопленные знания человечества, начиная от Эвклида и даже раньше, пройдя через Ньютона, Коперника и Эйнштейна, достигнув определенного апогея, который Эйнштейну даже не снился, превращается в приложение, которое позволяет мне стать вот такой собачкой. Какой там Скайнет? Или вот? Вот это произвело просто фурор в среде моих друзей, когда я случайно выложил это в Инстаграм. Просто работа нескольких офисов, художественных мастерских и прочих учреждений была прервана на полчаса. Когда изображение покажется вам идеальным, можно себя сфотать. И либо сразу выложить фото в сторис или в ленту, либо сохранить и выложить в ленту уже позже из галереи. И также вы можете накладывать на фото стандартные эффекты. Добавить стикеры, что-нибудь нарисовать или написать. Ну, в общем, я думаю, все понятно. Кроме фото, вы можете, естественно, записывать видео, которое также можно опубликовать сразу или впоследствии. Заяц с ушами. Вова Ломов. Все, любите друг друга, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. Всем чмоки. Вот так закончу. Thank you.